Привет, зритель. Сегодня 31 января, и счастье ждет обзор моего ухода. Он тут даже местами в кадре, тут его овер дофига. Я сейчас тумбочку тяжелая не буду двигать. Короче говоря, тут его очень много. Я сначала подумала уделать то, чего осталось совсем чуть-чуть, вот как вот этой баночки, допустим. Еще есть одна такая баночка, это подарок от подписчицы Полины, за что ей спасибо. Я даже отзыв ему оставляла этой штуке. Короче говоря, потом, ну, в общем, уделать то, что у меня есть, и другое ничего не показывать и не начинать. Потом подумала, что вот, ну, покажу все, что у меня тут есть. Есть еще кое-какие вещи, но я их еще не раскрывала и не видела. Поэтому они в уходе не будут. Может, что-то будет докупаться, может быть, еще как-то, потому что вот у меня тут не заявлено было на январь, а что-то случилось, и оно было в обзорах. Короче, вот этот вот Organic Kitchen шлейф из звезд от Organic Shop, крем-духи для тела, органический жасмин и мускатная роза будут использоваться по назначению как крем для тела. Я им в январе иногда пользовалась как кремом для ног. Потому что я совершенно забыла, что у меня есть в запасиках подарок от подписчицы Люлечки, крем для ног. От Avon, интенсивно увлажняющий крем для ног. 10 увлажняющих ингредиентов. Короче, вот. Вот такой эйвоновский кремик. У меня сейчас это тут панель такая, я смотрю и ни черта не вижу. Но я вот сейчас глянула в планшет, и я понимаю, что туда смотрю. Можно, конечно, его на колени положить и так это как-то, и туда, и сюда смотреть. Я сегодня ездила в Идры. Зритель, не поверишь, впервые в жизни сама на автобусе пешкадралом в солнечный скакала, уснула полвторого, проснулась пять с чем-то. Ну, короче, я думала, что я не выживу. Я там местами, я очень хотела туда поехать, все такое, но если интересно, ты можешь меня спросить, я отдельно видео запишу. Но суть такая, что я приехала, у меня еще должен был курьер прийти с посылкой внезапно, я его не ждала сегодня, я вообще его ждала числа 6 февраля. А надо видео писать, а у меня такой видок. И я использовала вот эти классные патчи Lovely Sense. Я на них отзыв писала на этом, на Арике. По-моему, я им даже шортс посвятила. Может, ты, зритель, заметил, у меня что-то на шортсы пошло. У меня раньше очень часто была такая тема, вот вырезать или оставить. Я знаю, что есть часть зрителей, которые любят вот эту всю мою поток сознания. А с другой стороны, вот я вставала на место какого-нибудь левого зрителя. Ну, если бы я была зрителем, меня бы напрягал поток сознания, и меня пошел шортс. Но кто-то лайкнул пост в телеге насчет того, что там очень много с распаковок этого шортса, таких звуков АСМРных. Я потом их склею все вместе и сделаю не вертикальное, а горизонтальное видео на фоне на каком-нибудь. Ну и вот там эти все звуки будут. Короче, была распаковка в шорт вот этого Lovely Sense патчей. Очень классные патчи. Ну, если интересно, просто глянь этот АСМР, как его там, этот шорт, он меньше минуты. Шорт ты должен, думаю, представлять, что такое. Что-то у меня нормально не закрывается. Короче говоря, я сегодня была с этими патчами перед тем, как встретить курьера и что ж ты нормально-то не закрываешься, и начать запись. И они мне очень хорошо помогают. Они вот снимают отеки, делают взгляд лучше. В общем, интересно, у меня в инфобоксе есть ссылочка на рекоменд прямая. Либо по нику забиваешь в Google рекоменд Ivy Forever, и вот увидишь отзыв на эти патчи, они будут использоваться. Еще у меня тут есть патчи, они тоже будут использоваться, они мне больше напоминают, тут, знаете, ватные диски. Лежишь такой помирающий, поздно лег, рано встал, и так несколько дней, утро в китайском квартале, пьяное утро в китайском квартале, глаза такие вот, как вообще, щелочки. Это от Катюши. Может быть, подарок под Новый год в розыгрыше выиграла. Считаю, что подарок, потому что можно было сказать, ты выиграла, и хрен тебя. А тут выиграла, и вот что выбрала, то притвали. С мантусом патчи, прикольные такие, вот там прям это всевидящее око или ноль. Короче, они похожи на ватные диски, у которых серединку вырезали. Там дофига сыворотки, вот она тут немного на руки попала. На них тоже есть шорсы, я даже отзыв на Арике на них писала. И, короче говоря, они тоже будут использоваться, они на оба века, и вот лежишь иногда. Я не знаю, как эти китайцы умудряются и другие люди в них ходить и смотреть.
Я только лежа со вторым. Пардон, со второго раза открыла глаза и печатала отзыв на них, лежа полтора глаза глядя. Короче, они очень хорошо вот снимают усталость с глаз, эти патчи. Я решила, что и этими буду пользоваться, и теми буду пользоваться. У меня еще есть одни патчи, но я их не обозревала, я не показывала, они потом где-нибудь когда-нибудь появятся. Так, вот это мне, по-моему, Леночка из Франции дарила. Это Битекс, роскошный уход, отшелушивающий скраб для лица и губ. Может быть, розовая магнолия, так, протеины кашемира, нежная текстура, изысканный аромат. Может быть, я его на этот месяц заявляла, который был. Может быть, не заявляла, я уже, честно, не помню, но я его еще не вскрывала. И вот собираюсь в феврале заюзать. Потому что то, что было в пустых баночках и не заявлено на Эдвард, оно у меня настолько оставалось, что я сегодня последние остатки только выдавила. Тот самый Swiss Image скрабик. Кашемир. Поэтому вот этот будет в феврале, поэтому я решила в этом году с этих январских пустых баночек делать пустые баночки, которые реально пустые, они где там осталось еще, кажется, на 2-3 применения, а хватит на целый месяц. Я потом на него еще на отзыв на Эрике оставлю. Мне все равно тут надо будет 5 отзывов на свое родить. Даже больше немножко. Вот этот спрей, я им сегодня уже пользовалась. Спрей-сыворотка. Я записала, как бы я ее сейчас тестирую в течение недели. И потом свой отзыв уже, он был, кстати, в обзоре распаковки. Но отзыв именно применения я потом оставлю в шортс, потому что начала писать шортс. Уж извиняйте. В общем, тут красный перец и витамин ПП. Фирма 2 Докторс. Two Doctors. Ну, короче, два доктора. Доктор и плюс, хрен его знает, как ее звать. Это русская, кстати, фирма, несмотря на то, что называется на мотив Анлейта. И сделана она даже изготовитель Орел, а адрес производства Санкт-Петербург. Короче, фиг знает. А, это принимает претензии Петербург, но изготовитель город Орел. Короче, я линяю. Я линяю уже месяца три. А последние месяца полтора вот прям сильно линяю, когда я мыла волосы с шампунем от Ботавикас, он, конечно, классный, но линьку мою он не отменил. И я расчесываю волосы, у меня на щетке волосы, я мою волосы, у меня в руке волосы, я сушу волосы, у меня полотенце волосы, я ем, с меня линяют эти волосы. У меня уже, по-моему, в третий раз, может быть, за последние лет пять такая линька, а последний раз вот такая конкретная линька была на сессии еще в Пере. Ну, в общем, я хотела себе какую-нибудь штуку, и в итоге вот увидела на Озон Вайберис, увидела сначала на Озон, потом уже увидела на Вайберис, этот Вайберис. Спрей вот этот, и он спрей-сыворотка, его можно наносить на влажные волосы, первый раз, когда мыла шампунем, где он тут, которым тоже буду мыть волосы в феврале. Вот парочка такая. У меня волосы жутко спутанные были, и мне пришлось воспользоваться одним спреем. Спасибо Светочке, потому что она мне ударила, он тоже сейчас будет в кадре. А и эту сыворотку можно наносить на влажные волосы, а можно на сухие. Вот хорошо, что можно наносить на сухие. Я сегодня в Ранищу ускакала в Солнечное, оттуда села на маймерский автобус, поехала в Эдри, то все, 5-10, вернулась, и вот волосы у меня были хвосте, и были как бы... Я когда их расчесала, они были, ну не сказать, что вау, супер чистые. Но я вот этой штукой спрыснула. Там через какое-то время пошло жжение. Завелась. Завивка, кстати, вообще вот хорошо идет. И там есть кое-какой спрей. Но я решила пока доделать другой спрей, чтобы у меня не было там вот 100-500 баночек открытых. Как мне кто-то в комментах писал, нафига столько сывороток. Я уже потом поняла, правда, нафига. Лучше сначала одну делать, потом все остальные. В общем, вот этот спрей-сыворотка для роста волос, она у меня будет использоваться в феврале. И кто бы что ни говорил, она действительно действенная, потому что волосы... Я тут один шампунь, бальзам и спрей тестировала, потому что, ну, шопоголик во мне проснулся, то все, вот уже шорты там выложила на них. Они классные, но вот все-таки надо пока пройти вот этот курс. Так вот, я использовала чисто на теста ради тот набор от Базе, и уже заметила, что вот сыворотку тоже использовала потом уже вечером на сухие волосы, иногда нам чуть влажные после того спрея для расчесывания от Базе. Он классный, кстати, тоже спрей. Все круто с тем набором, ну, отдельные шорты будут на них, но волосы уже меньше лезут, и вот реально вот что-то такое есть. Конечно, роста пока за несколько дней применения ждать не следует, но они реально меньше лезут. А когда вчера мыла волосы этим шампунем,
то, в принципе, с меня уже не спадали волосы. Первый раз-то, когда мыла, все равно в руке оставались, а вот второй раз. И его, короче, намыливаете, и 4 минуты надо подождать. Ну, 2-4 минуты где-то вот. Первый раз у меня с 4 минуты только начало жжение. Во второй раз уже где-то со 2 минуты. И хватает его вообще, ну, как бы с первого раза он меня сразу промывал. Вот у Ботавикас у меня шампунь промывал первый раз, мне пришлось 2 раза намыливать. И первый раз мне казалось, что он какой-то ближе к молочно-белому, с крапингами такого подгоревшего молока. А второй раз, когда я вчера открыла его, наливала, он уже такой вот как прям, если в томатный сок немножко молока добавить. И он реально экономичный, вот такая вот крышечка, и там, ну, может быть, 1/3 крышечки, совсем буквально чуть-чуть, очень хорошая штука, вообще классная. Вот это номер 36, он тоже витамин ПП и красный перец. Там, по-моему, еще маска такая же есть в этой серии, но я решила ограничиться просто шампунем и спреем сывороткой, потому что сыворотку можно использовать, нужно использовать раз в сутки. Короче, они у меня будут в феврале. Вот эти сливки я решила заделать, потому что, ну, мы видели, наверное, если не видели, гляньте или в инсте, или тут. Я, кстати, решила, может, уже говорила, развивать свою инсту, если вы не на, если вам под силу освоить VPN, и вы, допустим, имеете аккаунт в инсте, и еще не подписаны на меня, буду рада, если подпишетесь, потому что иногда там контент будет различаться с ютубом, тоже вот те же маленькие видео. Короче говоря, у меня есть мицеллярка очень классная от этой же фирмы. У меня, в принципе, тут еще пара вещей вот от Аминос. И она такая же, как вот эти сливки, смывает суперстойкую помаду от Мискап. Кстати, на мне сейчас тоже Мискап, но немножко другая помада, новенькая. Короче говоря, я решила пока доделать именно эти сливки, а потом уже большую свою бадью использовать. Тут, ну, как-то так, не очень много. Это сливки были от Green Mama. Так, вот это средство у меня случилось. Я что-то внезапно взяла и заказала в январе себе средство такое. Гель, деликатный гель для ежедневной интимной гигиены. Прикольная штука, очень хорошая. Хоть мне писали в комментах, что лучше мыло купить или еще что-то. Ну вот купила, буду пока его использовать. Закончится, буду мыло использовать или что-то еще. Никакого раздражения не вызывает. Шорс ему отдельно посвящен. Интересно, гляньте. У меня случился новый тоник. Я что-то пошла по российской косметике. Причем половину российской косметики я раньше считала, ну, какой-то иной косметикой. Возможно, это не российская изначально косметика. Не знаю, если вы более в курсе, то просто дайте мне знать комменты, пожалуйста. Это Touch My Skin, ну, вот это вот тоник с АХА или она, я не знаю, наверное, АХА кислоты. Его нужно использовать 2-3 раза в неделю. Вот я пока его пару раз пользовала. И вот я, честно, за собой замечаю, что после его нанесения, ну, пенка, умываюсь пенкой, потом его наношу, соответственно, после него наношу тоник и сыворотку. И у меня лучше кожа принимает вот эти увлажняющие компоненты, она напитанная становится, мягкая, вообще вау, чем, допустим, когда я им не пользуюсь или когда я им вообще не пользовалась. Очень классная штука, я потом оставлю отзыв на рекоменд на него также, когда уже там, ну, хотя бы недели полторы пройдет уже. Вот. И в комментах в инсте мне писали, что это достойная косметика, так что, видимо, мой выбор не случайный. То же самая фирма, что и вот эти патчи Lovely Sense. У меня вот этот тоник случился. Я сначала с ним его себе купила, а потом узнала, что-то мне так понравился, что я решила посмотреть, что еще на Вайберс есть у этой фирмы, и купила себе патчи. Это Lovely Sense Professional, ну, в общем, профессионал. Гиалуроновый тоник для лица, увлажняющий для всех типов кожи на основе очищенной воды. На него тоже есть, кстати, отзыв на рекоменд. Мне он очень понравился. Я им пользуюсь утром и вечером после умывания с пенкой от Ботавикас. И после этого тоника наношу сыворотку, тоже российская косметика, Skin Probiotic. Но если честно, ребята, если кто-то пробовал Skin Probiotic, поделитесь со мной в комментариях, может опровергните мое мнение. Я вот по консистенции, вот у меня был Века Контур от Лалив, бюджетная довольно косметика, ну там 300-400 рублей за флакончик, я не знаю, может сейчас они по 500-600, но я
Мне она досталась тогда в подарок, поэтому как бы я не в курсе, сколько она стоит, но, по-моему, сыворотка, которую первый раз покупала от Олив, она была что-то в пределах 400, что ли, рублей. Короче, сыворотка от Ботавика, с которой у меня была в подобном флакончике 30 миллилитров, или контур века, а века контур хрен его знает, от Лариф. Или вот это вот за 1000 или с чем-то, я уж не помню, сколько она стоила. От Skin Probiotic, по-моему, вот в один ряд одинаково. Только что вот здесь вот, ну, может, какой-то супер раскрученный бренд. Так вот, я наношу после пенки вот этот тоник, а после тоника наношу вот эту сыворотку утром и вечером. И кожа, ну она, конечно, она крутая, конечно, все вместе, кожа очень мягко увлажненная становится, но вместе с тем тоником с ахакислотами прям вообще супер. Так вот, тут за 9 дней применения у меня где-то 3/4 флакончика ушло вообще. Оно есть в обзорах у меня в этих шорциках. И она будет использоваться у меня в феврале. Я подозреваю, что, возможно, она закончится еще до середины февраля. Но у меня есть еще кое-какая сыворотка, которую тоже бы надо закончить. Тоже от российской компании. Это еще с прошлого года Веления. Гель-сыворотка с суперувлажнением. Мне кажется, тут уже не очень много осталось. Изначально тут было 50 мл. Очень классная сыворотка. Я ее одно время использовала вместо крема вообще. Тоник и ее. Или пенка и ее. Очень хорошая сыворотка. У них шампунь был очень классный. Я тут вспоминала, думаю, чем хоть я мыла волосы все где-то лето. У меня же был шампунь от них. И крем для ног был тоже суперский. Ее вот она, так же как Ботавикас, ее можно поставить в один уровень, как была косметика Green Mama, там, допустим, лет 10 назад, в 2016, 2015, 2017, 2018 годах. Потом что-то у них, вот мне нравились какие-то вещи у Green Mama, но они у них поменяли консистенцию, либо закончились. Что у них сейчас новое производится, я не представляю, не пробовала просто. Но вот это вот еще старые закупки, она очень классная. И вот можно поставить на одну линеечку Green Mama, Ботавикас и Веления. Так, у меня тут будет новая зубная паста. Я как бы купила две, если ты смотришь мои шорты, зритель, то, наверное, уже видел. Я сначала купила с углем. Мне давно хотелось какую-нибудь зубную пасту с углем. А потом что-то мне так понравилось с углем, что я решила еще купить и белую. А это для чувствительных зубов. Если ты еще до сих пор не в курсе, я так еще не записала видео знакомства со мной. 8 лет канал веду, не записала до сих пор. Короче, у меня молочные зубы по большей части, где-то 3/4. Так вот, она слабо мылится, практически не пенится. Черная, она мятная, это тоже, в принципе, черная, похожа как вот зубной порошок, только черный. Ну, хотя зубной порошок, возможно, мылился больше, не знаю. Ну, в общем, у меня одно время были корейские зубные пасты, которые практически не мылились, не пенились, но при этом хорошо очищали зубы. Вот она похожа на корейскую зубную пасту. И на черном там был какой-то, ну, нечитабельный текст, а тут на белом фоне, прозрачном фоне черный текст, все вполне себе читаемое и хорошее. Это LB Silk. Я покупала на Озон. Я не знаю, на Вайберис она продается или нет, но вот на Озон она мне случайно попалась. Сначала мне вообще попался бальзамчик, я искала себе бальзам для губ, а потом ткнулась на этот магазин, посмотрела, что там есть, и вот увидела эти зубные пасты, плюс увидела еще одну штуку, мужская линия косметики будет 23 февраля, мне есть кому подарить кое-что, и я там думаю кое-что это заказать, так это духи, их уже обозревали. Гелик, это подарок от подписчицы Лёлечки Фаберлик, Бьюти Кафе, это какой-то там кейк. Черничный капкейк, кексик черничный. Очень классный гелик, он гелеобразный. А, я поняла, он у меня вот до сюда уделанный. Я его еще немножко в январе юзала. Мне что-то он так понравился. Его так. Он очень вкусно пахнет. Вот не черникой, а скорее черничным йогуртом, который вот такие в стаканчиках. Давно не покупала вообще йогурты в стаканчиках. Короче, он очень вкусно пахнет. Он гелеобразный, он хорошую пену дает, экономичный, хорошо смывается кожей, не сушит, по-моему, кожу. Очень классный. Я решила, что я его буду использовать в феврале. И у меня еще есть там один гелик, который тоже как раз не полный. И его надо использовать. Да, я его забыла в ванной. Это
Гелик от Ботавикас. У меня тут с другой стороны как-то умудрилась. Он был мокрый, я его вытерла, и краска стерлась. Только на этом флакончике как-то так случилось. Очень классный гелик. Он мне напоминает такие вот старые гелики от Гринмамы, которые уже давно сняты. Их вообще, по-моему, нет, уже не производят. Были такие, тут мятно-камфорный аромат, мятно-камфорная, ну, в общем, куча эфирных масел. Я тоже оставляла отзыв на Арике, на него, и вообще всю эту строицу Ботавикас, если интересно, гляньте. Ну и он реально похож, вот была такая какая-то мятный какой-то гель, вот этот кремовый, просто как гелевый гель от Гринмамы. И по мыльным свойствам, ну, в общем, кто-нибудь сказал бы, что это из одной бати разливалось, но тот гелик давно уже не выпускается Гринмамой. В общем, очень классный гелик, мне понравился, он мне еще заживил большую часть моих царапок от кошки. В этот месяц мне что-то не случилось в ванной полежать, только всю душ принимала. По-моему, я не делала ванну, хотя, может быть, один раз. В общем, у меня тут будет пена для ванны Тейвен, сладкие сны, тоже подарок от подписчицы Лёлечки. Очень классно пахнет, правда, для меня этот аромат, он не сексовый такой, похож на Эрис-Нуар, но он не сладкий сны, он скорее бодрит. Мой самопальный спрей Дейзик. В этот раз у меня тут эфирное масло мяты с фильтрованной водой. Вот это, наверное, доделается. Я им одно время пользовалась вместо тоника и сыворотки. Но сейчас потом пользовалась чисто как и руки протереть или еще что-то увлажнить. Это я самая алоэ гель для лица и тела. Куда-нибудь да использую. Так, чегось у меня тут. Вот пенка от Ботавикас, которую я сейчас использую для умывания утром и вечером. Иногда тем скрабом, который только сегодня наконец-то выжился. Нежный очищающий мусс для чувствительной кожи, для макияжа и очищения. Ну, вот так вот, стойкий макияж оно не удалит. Скорее, просто как нежная пенка. Спрей, который я решила добить. Потому что тут совсем чуть-чуть осталось. Это тот самый спрей, про который я говорила, это подарок от подписчицы Светы. Милана Брерил. Я на него тоже отзыв на Арике оставляла. Он мне помогает с расчесыванием. Мою волосы потом им вытираю полотенцем, им спрыскиваю. И можно наносить не только 1-2 пшика, но и побольше. И волосы хорошо расчесываются, как-то даже лучше с ним выглядят. Масло кокосовое, косметическое от Maldive Dreams. Я им пользовалась тут вместо крема для рук. Хоть у меня есть куча кремов для рук, но был момент, что вот лучше было маслом помазать, чем кремом. Плюс сидела, как бы можно помазать маслом, готовишь еду и как-то это ешь безопаснее, мне кажется, чем кремом, а потом еду этими руками трогать. И он у меня еще как бы пользовался до того, как случился другой крем, очень классный. На Вайлдберриз он идет от той же фирмы, что Аминос делает. Но этот крем идет вроде как китайский, какой-то другой фирмы. Я не знаю, может, Гон Аминос это тоже какая-то там дочерняя чья-то, или это какая-то линейка Гон. Джорджио Капачини, ну вообще... Георгио, хрен его знает, как читать-то, Капачини. Крем для рук и ногтей с омолаживающим эффектом, торговая марка Георгио Капачини. Он с козьим молоком. Мне его еще как бы рано для омолаживания, но я не смогла на Вайтбрис пройти мимо, он с козьим молоком. Очень классный, на Арике в одном отзыве он назывался как фотошоп для рук. Он мне помог заживить вот практически полностью вот этот шрамик. Конечно, можно было воспользоваться кайлашем, но мне как-то все время было не до кайлаша, я вообще подзабыла его. Что у меня тут напухло. Укусил, что ли, когда-то кто-то. Ну, короче говоря, очень классный кремик. Он мне помог вот буквально за 5 дней применения подзаживить этот шрамик от кошки. Что у меня тут телефон жужжал. А потом гляну. И он у меня будет использоваться. У меня еще есть тут кремик. А, у меня тут куча всякой требухи. У меня тут есть коробочка для красоты. От Тони мне еще всякое такое. Я туда убрала всякую мелочевку. Короче говоря, вот этот скрабик я решила использовать. Это мне дарила Леночка.
А нет, или не Леночка. Светочка, скорее всего. Ну, короче, Света, Лена, если кто-то... Я вас перепутала просто. Да, это была Света, потому что бальзам для губ как раз вот от нее. Вот этот гамажик. Лимитка. А может от... В общем, от кого-то из вас, ребята. Вот этот гамажик я решила использовать. Он как раз небольшой. Тут 30 мл от Tout Fresh. И какой он тут? Фиг знает какой. В общем, в душике я его заюзаю по назначению. Я тут как-то закрыла так. А, вверх ногами держу. Есть просто вещи, про которые я забыла. У них скоро закончится где-нибудь там в марте срок годности, и надо бы их уделать. Это вот точно от Светы, это я помню. Это Mary Kit маска. Я ее так еще ни разу не использовала. На мне все что-то лежало на видном месте, так и не пошла. Это у меня тут от Молка-Молка есть пробник скраба для тела. Тоже решила его укокошить. Соль, которая была заявлена на январь, не заюзалась. Прости, соль. Я ее тогда покупала в наборе вместе с губочкой. Я просто сюда вот сложила, чтобы у меня тут баррикада не была, так они отдельно лежат. Вот этот кремик для рук Kiss Beauty от Катюши. Он у меня лежал в рюкзаке еще где-то. Вот он в январе использовался, и он в феврале будет доделываться. Тут у меня два пробника из заказа Skin Probiotic. Это Skin Probiotic, Skin Sos, сыворотка с ниацинамидом, уменьшение воспаления и плюс ровный тон. И Skin Base, энзимная маска с пробиотиками, нежное отшелушивание плюс уход. Тоже уделаются. А, вот он где, этот кремик. Он у меня лежит на кухне, тут совсем чуть-чуть осталось. Я думаю, он мне в феврале доделается. Это подарок от Полиночки. У нее был у меня такой наборчик кремиков Рорек. Это черничка. Я тут покупала на Новый год подружке, заодно и себе взяла масочки на Озоне. Но я еще не пробовала. Вот такие две масочки. Image. Или как-то так. У меня есть кремик, кстати, вот тоже от Image. Хочу на него потом отзыв оставить. Ну и у меня место мыло, в смысле мыло, будет кто-то из этих дракончиков. Кстати, маленький мылится, чтобы размылился, он у меня где-то вот одна четверть с него ушла, тогда он стал прилично так мылиться. Это мне подарок от друзей на Новый год. Кто-то из этих дракончиков будет на февраль, у меня там еще немножко осталось другого дракончика в виде мыла. Ну и тут у меня есть еще масочки. Может быть, я патчи даже одни, может, я их использую, может, не использую. И последняя баррикада. Куча ухода. Просто туго. Не знаю, буду использовать или нет, но я их просто взяла, чтобы уже вот как-то уделать. Кремик тоже у него до середины марта, по-моему, срок годности надо будет его уделать. Я его начинала, но я про него забыла, он как-то вот так стоит. Это тоже Mary Kit от Светы. Потом у меня тут молочко для макияж пробиотическое. Там что-то немного осталось, и я решила, что его тоже надо как-то, его и сливки уделывать. Это от Леночки из Франции зеленая Барбе. Urban Nature. Очень легкий дневной крем, классный. Я им то пользуюсь, то нет, но он очень экономичный, хотя тут 30 мл всего лишь, но надолго его хватает. Про этот я совсем забыла, может быть, уделаю тоже. Иногда им пользовалась, вот, ну, местечково, не руки, а там где-то местами по телу. Это Либредерм Церафавит крем Эмолент, успокаивающий при зуде от сухости. Вот тут у меня дневной крем для лица пробиотический для сухой чувствительной кожи от Бакздрав. Как он, пробиодерм. Хоть написано, что 9 месяцев живет, но я вообще про него забыла. Он как бы уже отдал богам душу, должен был открыл, а намазалось все нормально с кожей со мной было, а потом глянула на дату производства. Маску тут на днях использовала, ну вот тоже буду пользоваться, но ее еще надолго хватит, потому что, в принципе, и я-то про нее не всегда вспоминаю, но ее-то 1-2 раза в неделю. Это Ботавика с успокаивающая крем-маска для чувствительной кожи.
Другую маску тоже периодически использую. Это Swiss Mash, она с глиной. Причем она, ну, такая кремовая. Едут у нас бальзамчики. Кремик, на который я потом собираюсь отзыв на Арик оставить, это роликовый крем для кожи вокруг глаз. Китайский, от китайской фирмы Маш. Или Мэйдж, хрен его знает. Ну и, короче говоря, вот сегодня я про него забыла совершенно, ну как-то некогда было. Хоть я и встала ни свет ни заря, но вспомнила уже потом. И вот тут у меня заканчивается бальзам от Yves Rocher, буквально чуть-чуть осталось. Я его наношу утром, вечером, в течение дня под губную помаду. Сегодня под эту ничего не наносила, вот совсем чуть-чуть вот есть. Я до него даже отзыв на Арике писала. Вот он от Светы, вроде как, потому что он, ну да, это от Светы, он давно уже со мной. А это помада. На нее отдельный шот потом выйдет. Так, а где бальзамчик такой? Так-то вроде тут уже все это. Последняя вещь, бальзамчик мой новенький. Он... Короче, он жасминовый. Там куча всякого воска. Ну, состав такой прикольный. Я на него на днях оставлю отзыв на рекоменд. Тоже потом ссылочку скину. Или в телегу, или там, если интересно, просто поглядывайте за мной. И хорошо увлажняет, короче, классный бальзамчик. И жасминовый аромат прямо на губах. Если любите зеленый чай с жасмином, тут вам зайдет. Хорошо увлажняет, вот тоже этот LB Silk. Он у меня будет использоваться в феврале. А, и последнее, совсем про него забыла. Ну, периодически. Я им пользуюсь каждый месяц, день. Каждый вечер, точнее, но периодически забываю его показать в кадре. Тут у меня еще какая-то хренотень есть. Вот. Масло для роста бровей и ресниц, но я его использую как для роста бровей. От Maldive Dream. Тут совсем чуть-чуть осталось, и оно будет точно в пустых баночках в феврале. В общем, вот такие у меня косметические... Вот такой даже, можно сказать, косметический уход на февраль. Хочу сказать спасибо Ульяне за донат и Мария за донат. Мария сделала мне такое пожертвование, от которого я не смогла отказаться и забанила одного хейтера на канале. Точнее, даже вдохновилась на записание, на сваяние маленького шортса. Если не видели еще, то гляньте, там человек поет мой текст на мою музыку. Фоновая такая музыка. Он где-то там на чуть меньше минутки. Если тоже хотите поддержать мой канал, то где-то будет облачко, либо ссылочка в инфобоксе. Можете на карту кинуть по СПБ, если знаете номер телефона, если вдруг решите поддержать канал. Ну, там до востребования есть адрес, только предупреждайте, потому что почта не носит уведомления. Там база Озон Вайлдберриз на моем бывшем районе есть, ближайшая, куда я теперь хожу пешком. Ну, можете поддержать мой канал просто лайком или добрым комментарием. Если еще не подписались, то подпиской нажмите на этот самый колокольчик, включите уведомления, вам будут падать бзик о новых моих видео. Ну и если досмотрели до конца, то желаю вам добра. У меня тут баррикада с меня падает. Ну и всем пока!